А нигде хлеба нету. Вот хлебушка. У меня сегодня королевский завтрак. 12 часов. В общем, что делается с интернетом у меня, вообще непонятно. Видео могут грузиться по суткам. Интернет никудышний в Германии. Никудышний. Я не знаю, я такого интернета еще не видела. Вот, минусы. Просто у нас технологии ушли далеко. Не, серьезно, не могут, плохо грузятся видео. Вот, и вообще то грузится, то не грузится. Вот видео у меня одно есть на час. Вот, вы его посмотрите чуть-чуть попозже. Когда оно загрузится. Да, и оно вот это до сих пор со вчерашнего дня. Я думаю, ладно, когда же это загрузится? Вон, посмотрите это видео. Так, ребята, ну я не знаю, поставьте мне лайк. Я делаю все возможное для вас приятно. Вы не пишите, вы похудели кто-то там на 10 килограмм, на 20 килограмм. Ну вы должны мне отблагодарить. Поставьте лайк за это. Это немаловажно. Какая мотивация вам? Ну, а это вам, какие деньги вам вылились? А? Скажи, Лариса. Это не просто так, это нельзя похудеть. Ну, я как диетолог мотиватор. Да, а я вам как мотиватор. Вот, смотрите. Смотрите на меня и худейте. На здоровье. Так, намылась, накупалась. Так. Подезодорантилась. У меня сегодня что я буду есть? Огромная чашка чая. Здесь у меня свининка, гречка. Завтрак должен быть плотный. Салат оливье. Сейчас я его помешаю. Сегодня куплю зеленого лука, сюда добавлю. Я иногда люблю зеленый лук, Лариса не любит. Вкуснятина, объедение. Давно мы не делали. На праздники салат оливье у нас идет плохо, а так в будний день хорошо. Так тогда и купи огурчик свежий, тоже туда добавь. Не, я огурчик не люблю, я люблю вот именно эти. А ты никогда не пробовала с огурчиком? Не, у нас на работе делали с огурчиком, да? Ну, вкусно, нормально. Ну, я огурец не этот самый, а вот зеленый лук туда накрышу, будет бомба. Ну и 4 кусочка хлеба. Так, гречку. А какую? Я кушаю мороженое. Лариса кушает мороженое, чай и маленький бутерброд. Маленький. Ну, бутерброд у тебя. Нифига себе маленький. Я взяла упаковку колбасы. Ну, что там? Я скажу вам по секрету. Завтракать люблю. Как и обедать. Как вкусно. Я гречку люблю. А что делать? Миска, хорошо. Раз в мисочку. Ну, о, настоялся. Вкусно. Ну, а вчера резала огурцы, мне казалось, что мало-мало. Нормально. Ну, вот не хватает пучка. Какой-то остринки, что ли. А вас на работе делали с лучком? Да, я уже не помню. Знаешь, что салат оливье? Нет, по-моему. Мне кажется, он перепортит весь вкус. Нет, зеленый лук сюда положить, знаешь, как вкусно будет. Очень будет вкусно. Понимаешь? Сегодня куплю. Так. У меня есть новости. Ну, честно сказать, я не знаю, это правда или нет, но меня они порадовали. В общем, некоторые люди пишут, что проезд по всей Германии, 9-евровый билет, будет продлен. И якобы, еще повторюсь, что точную информацию я не знаю, но вот как, в общем, как у меня есть такие слухи, так сказать. Да, Лариса? Ходят слухи. Ходят слухи. Чесплетни. Не, ну серьезно. Говорят, даже вот некоторые переселенцы
Говорят, что в некоторых автобусах вывески вывешивают, что билет будет продлен до 1 декабря. Насколько это правда или нет, неизвестно. И некоторые водители даже советовали не торопиться покупать проездные, потому что все равно должны что-то решить по поводу этого билета. Я, честно говоря, не знаю. Правильно это или нет? Ну, наверное, 30 евро, я уже говорила, я бы готова была платить. Но 9 тоже как-то маловато, да? Ну, если делают, то хорошо. Больше денег потрачу на продукты. Любите вы кашу гречневую? Так себе. Моя Лариса любит больше макароны, да? Да. Я нет. Я больше люблю кашу гречневую. Мне гречка очень нравится. А вообще я люблю картошку. Кто же ее не любит? А еще лучше мясо. Мясо тоже хорошо. А еще лучше рыбу. Сейчас я им буду положу хлеб, чтобы они, а то я хлеб спрятала, чтобы они смотрели на хлеб, и у них не было желания его есть. Лячка, как бедная родственница, смотрит мне. Горячая. Горячая? Там еще гречка. Нахуй гречка. Которая гречка вот так подогрета, еще пол сковороды. А еще есть... Не, я больше не хочу. Пол сковороды, к сожалению, я не одолею. Я что, покушаю? Плотненько мне надо покушать, потому что мне надо потом идти. Так вот. Если билет продлен, то это просто замечательно. Просто великолепно. Куда тебе идти сегодня? Мне надо сегодня идти. Сейчас я выпью чай. Такое положение в Германии, что все переселенцы, которые по сегодняшний день, ну, вы знаете, да, что мне на 8 лет дали вид на жительство, но независимо от этого, все равно все переселенцы по истечении полугода должны сдавать свои отпечатки пальцев. Я не исключение. Поэтому сегодня на 3 часа я пойду сдавать свои отпечатки пальцев. Мне не жалко. Надо, так надо. Ты чуть-чуть подкрасишься. Так фотографировать не буду. Не буду? Ну, все равно мне надо подкраситься чуть-чуть. Челку, сейчас по фене волосы. Челочку. Вы говорите, что у меня прическа не по возрасту. Что это не по возрасту? Очень даже по возрасту. В этом должно быть все по правилам. А в жизни еще есть исключения. Я предлагала Юле подстричься. Нет. Зачем? Не надо. Я не хочу. Никакой стрижки. Мне так удобно. А мне все
всегда волосы были длинные. Так что, эта женщина 50 лет, она что, должна носить постоянно стрижку? Я нормально волосы ухаживаю за волосами, у меня все в порядке. Тут нормально. Классное мороженое, оно дешевое и вкусное. Вот это я хочу попробовать еще там натуральный пломбир. Люди, кстати, брали его часто, вот я смотрю. Наверное, хорошее, они же знают. Какое? Вот то там ты показала тогда, давай его возьмем. Ну да, вот это натуральный пломбир. Это Эдики производят. Фирма Эдики? А может, потому что была акция на него? Не знаю. А это тоже Эдики? Да, вкусно. А то, что я взяла? Нет. Какое-то замоское. Пока лето, надо кушать мороженое. Зимой же холодно будет. Я думала, ты скажешь, надо кушать фрукты. Фрукты тоже. Можно с мороженым. Вот он. Сейчас я поеду. Я узнаю. В этом месяце 30 дней? Нет. 31. Я вас научу, как узнать. 30 дней или 31. Вы можете по косточкам посчитать. Так вот. Январь, вот косточка, видите, вот. Это 31. Вот тут, когда между косточек, это 30 дней. Так посчитайте. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 30 дней. А еще только август. А? Еще только август. А, вы там не живете. А мне уже сентябрь. Мне же голову забили постоянно. Холода, холода. А мне сегодня было холодно. 10 градусов было всего. Тепла. Поэтому у меня уже как бы мысленно наступил сентябрь и прошел. Еще так удивленно смотрит. Да. Думаю, как так? Мне сказали 31 день, а у меня выходит. В общем, поняли, да, там? Косточка. 31 день, между косточек 30 дней. И пошел так. Понял? Посчитайте, чтобы не казаться глуповатыми. Тогда вы будете как бы все знать. Эрудированными. Да. Во всей сфере. Так, кашку доем. Как вкусная кашка, Ленка. Колбаску будешь? Нет. Что ты мясо не ешь? Да, он думал. Что-то мы мясо сильно выварили, нет? Не выварили, а выжарили. Ну, оно как суховато, я люблю такое. Мясо. Нормально. Я в еде не привередлива. Что есть, то ем. Что стафеля принесу, то ем. Заметно. Только стафеля и питаюсь. Я у людей спрашивают, можно ли прожить на 100 евро? На 100 евро можно. А можно прожить и на 8 евро? 4 раза в тафель сходить, 8 евро заплатить и тянуть. Да. Конечно, можно. Будете себе во всем отказывать. Ну, как бы не отказывать, а думать, что вы худеете. Это можно.
Так что не переживайте. Это я не могу прожить на 8 евро или на 100. Потому что у меня большая семья. И все мы любим покушать. Вот, я съела всю кашу. Поэтому я такой большой и сильный. Не увлекайтесь диетами, а то это плохо кончится. А это уже на обед. Это мясо же не все, да? Еще мясо есть. Это все мясо? О, я думала, что мясо. Я думала, это ты мне тарелочку насыпал, чтоб я заточила. Я съем, наверное. Видишь, оно чуть-чуть пересушено, да? Это шашлычок, да. Надо было просто вчера. Только вот это она пустила водичку, закрыть, выключить и все. Не давать им жариваться. Ну, наелась, напилась. Сейчас пойду с чистыми руками сдам отпечатки пальцев. Ну все. Если успею, зайду в Телеком. Не, если успею, мы пойдем в Телеком. Но если он не закроется. Ну, сколько мы будем отпечатки давать? 5 минут? Может, мне там задержится. Будет брать интервью. А что у нас интервью никто не брал? Я не знал. А что? Залетело? Нет, там вот я видела, что не там. А, ну я тоже видела. Кстати, в Германии были очень печальные случаи. Собака, также и кошка, проглотили осу и ничего не могли сделать врачи-ветеринары. К сожалению, случился летальный исход, что у собаки, что у кошки. Большая собака проглотила осу и не могли спасти. Ну и говорят, что и кошка. Ты читал. Поэтому вон она летает. Значит, залетит. И что делать? Ну закрой это самое окно. Встань, закрой окно. Она не залетит, она улетит. Она вон в этот самый, я тебе говорю, ты что? Где она? Я ее только что видела, она улетела. Закрой, закрой окно. О, это пипец. Вот она летает. И что, она тебя за жопу схватит? Не, она просто за жопу не схватит, потому что тут животное. Дети, не слушайте вашу маму. Я говорю, с тобой как что-то происходит. Со мной что-то. Происходит. Говорю, закрой окно, она стоит. Сидит. Так надо встать и закрыть. Мне неудобно, у меня рука. Ну, что? Это короткая юбка. И что? Ну этого. Твою юбку никто не видит. Угу. У тебя что-то головой не порядка. Вот там в юбку ходишь без этих, без штанов. Где и там? По ванне. И что? Ходишь без штанов, показываешь короткую юбку, ничего. А здесь тебе, извините. Ну, я говорю, так как с тобой что-то это самое, говорю, Аня, отца. Ильичка, успокойся. Успокойся ты. Успокойся, не нервничай, все будет хорошо. Только, говорю, животные умерли, а потому что проглотили ос. Дыши она... глубже, Юлечка, дыши, дыши. Кончено. Пей чайочек, пей. Желудочный сок должен да брать, который обрабатывает. Я пью очень вкусный чай. Ну, ты пей. Сестричка, тебе приготовила. Молча. Пей, пей, маленькая, пей. Мороженка хочешь? Нет. Колбаски кусочек дать? Нет. Хлебушка еще дать? Тебе сказала, тварь. А что тебе дать? В глаз или в бровь? Все, не портишь тебе настроение. Хорошо, что ты поела с хорошим настроением. Это уже большой плюс. Большой. Вот. Ой, как хорошо умеешь дотянуться. Молодец. Ручки у тебя короткие.